Вот задний сам. Вот он скиммер. Вот на таком уровне. Главное, чтобы вот это сейчас входное отверстие, оно было всегда над уровнем воды. Оно, соответственно, засасывает воздух и создается пена. Пенит он. Сейчас. Сотеночка чуть-чуть будет. Вот так пенит. Соответственно, поднимается пена по этому. И вот пена здесь. Потом, соответственно, в течение там какого-то времени пена превращается вот в темную воду, в скимат. Ну и раз в неделю, если как бы, как вы видите, здесь примерно. Сейчас покажу. Здесь у меня где-то стоп. Ну, может быть, с пол сантиметра до воды. Вот. Так что попробуйте, настройте, ничего такого нет, сложного. Если что, еще пишите комментарии, подумаем вместе.